Новый год – самый семейный праздник. В поисках подарка самым близким или готовясь к приему гостей, логично зайти в магазин семейный. Оправдывает ли он свое название, мы узнали у покупателей. Подробности в нашем следующем репортаже. В магазине «Семейный» все признаки наступающего Нового года. Отдельно витрина с елочными украшениями и покупатели в поисках припасов к праздничному столу. У меня вон список целый есть. Так, крупы, консервы для салатов, там горошек, кукуруза, чай вот закончился, крабовые палочки, рыба. Алексей зашел удачно. С 26 декабря в «Семейном» началась новая акция «Товары недели». Оранжевые ценники сигнализируют о скидках на самые популярные новогодние продукты – майонез, колбасу, зеленый горошек. Анастасия с подругой будут готовить на всю компанию. Картошку с курицей, салаты, ингредиенты девушки берут, не глядя на срок годности. Довольно свежие продукты, да. То есть завозят каждый день, потому что я еще и хожу тут, вижу, что завозят каждый день. Такие, которые скоропортящиеся. Это хлеб, молочка. Мы только тут, я и покупаю все. Там тут живу, тут и покупаю. В торговом комплексе «Антей» этот магазин обосновался недавно. Оправдывая название «Семейный», здесь постарались сохранить больше пространства, широкие проходы между витринами, чтобы легко маневрировала детская коляска. Покупатели привлекают не только скидками на продукты, но и акциями «Нон-фуд». Они касаются всего несъедобного. На данном этапе у нас присутствует акция на постельное белье и на посуду. Очень качественная посуда с очень хорошей скидкой и очень качественное постельное белье, также с большой скидкой. Со скидками в эти дни уходит и самый новогодний напиток – шампанское. Акция «Товары недели» в «Семейном» продлится 2 недели, так что наполнить опустошенный холодильник за долгие зимние каникулы можно будет не раз. Юлия Николаева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.